привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Диавадия для творчества. И сегодня покажу вам, как создать вот такой вот замечательный шарф-снуд очень быстрым способом. Несколько раз оборачивается вокруг шеи, очень тепленький, очень-очень красивый, разноцветный. То толстая пряжа, невероятно приятные цвета здесь, и объем очень красивый, светло-синий, голубой, лиловый, красный, желтый. Потом еще зеленые оттенки, немножко также такого цвета радуги, я бы сказала. В целом тут такая вот пятнистая расцветка. Вязала это все своим 10-м крючком, воздушными петлями и соединительными столбиками. Очень-очень простой, быстрый узор. Я вам очень рекомендую, особенно для новичков. И как это все делается, какую пряжу я для этого использовала, какие инструменты, сейчас вы все это увидите. Итак, дорогие друзья, начну я с клубочка пряжи марка Мандала, фирмы Lion Brand, линейка Thick and Quick. Очень-очень подходит для быстрых способов вязания, мастер-классов. Внутри градиент от темно-голубого до зеленого. Здесь вот можно еще раз рассмотреть такой узор радуги. Порядок цветов здесь точно такой же, как изображен на картинке. Начнется вот с темного здесь и потом дойдет до вот этого зеленого в конце. Подходит для десятых спиц и крючков. Я также буду использовать 10-й. В одном клубочке 150 грамм, почти 80 метров, то есть 79. Здесь 100% акрила этот клубочек по составу. Я также взяла мерную ленту для измерений. Ну и теперь я начну вязание с цепочки из воздушных петель. Вот здесь серединка очень сильно завернута у нас, я должна ее размотать. Итак, я наберу сейчас цепочку воздушных петель длиной 65-70 сантиметров примерно. Я буду параллельно измерять. Итак, я одновременно буду считать 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Первое впечатление от пряжи, ей очень-очень удобно и комфортно вязать. Я вам так скажу, она очень плотная, хорошенько захватывается крючком и проходит. Идеально подходит именно для 10 крючка. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Так... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Итак, сейчас я измерю длину. Так, довольно расслабленно. Этих 30 петель довольно расслабленно. Примерно 40 сантиметров у меня получилось. Но, в принципе, на 50 петель, я думаю, мне как раз идеально хватит. 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38. Итак, 50 петель сейчас я набрала. Еще раз измерю. И довольно расслабленно буду держать свою цепочку. Примерно 65 сантиметров. Это как раз то, что я хотела. Итак, первый шаг выполнен. Дальше я соединю эту цепочку в колечко, в ряд. Это значит, что я разверну на столе вот эта цепочка очень ровно перед собой на столе. Галочки должны обязательно смотреть в одну сторону, не быть перекрученными, это очень-очень важно. Итак, здесь я их вот так вот расправила и соединяю сейчас в одну цепочку. Для этого вставляю в первую петельку крючок и провязываю вот эти вот две петельки вместе. Вот так вот. Все, теперь я соединила их в колечко. Теперь делаю следующее, набираю 3 воздушные петельки для высоты, в начале ряда. Первую петельку я пропускаю вот здесь, вставляю в следующий и провязываю соединительный столбик. Просто вот так вот сквозь 2 петельки протягиваю крючок. Далее снова набираю 3 воздушные петельки, одну пропускаю и следующие петли также вывязываю один соединительный столбик. Снова 3, пропускаю петлю и снова провязываю один соединительный столбик. Набираю 3, одну пропускаю, вставляю крючок и соединительный столбик. Снова 3 набираю, пропускаю петлю и провязываю соединительную петельку. Ну и таким образом я довязываю до самого конца этого ряда. Итак, добралась до конца ряда, довязала его весь до конца. Вот так вот это все выглядит. Вот такие вот получаются изгибы в виде цепочек из воздушных петель. Очень-очень легкий и простой узор. Ну и теперь у нас переход от ряда к ряду. Теперь я делаю следующее. Также набираю 3 воздушные петельки. И здесь я просто ввожу крючок под цепочку из следующих воздушных петелек и провязываю соединительный столбик.
Далее снова набираю 3 воздушные петельки, и уже далее вывязываю я просто под цепочками из воздушных петель предыдущего ряда. Вот. А пересекается это все соединительными столбиками, соединяется предыдущего ряда. Так, набираю 3 воздушные петельки. Ввожу крючок под 3 воздушными петельками предыдущего ряда, делаю соединительный столбик. Снова набираю 3 и ввожу в следующую цепочку, провязываю соединительный столбик. Набираю 3 петельки, снова ввожу под цепочку и 1 соединительный столбик. Так, набираю снова 3 воздушные петельки. И снова соединительный столбик. Ну и так, в принципе, это и есть весь наш узор, которым я буду вязать этот шарфик до конца этого клубочка. Видите, здесь вот получаются вот такие вот изгибы, можно даже сказать, сеточка. Вяжет это быстро, так как пряжа толстая, очень скоро вы закончите свой шарфик, он будет также очень-очень толстеньким. Итак, я провяжу немножко вперед и потом покажу вам, конечно, маленький результат, мой апдейт и как вообще развивается у нас узор, как будет происходить смена цветов. А сейчас вот видите, пряжа очень такие яркие, красивые цвета. Кстати, заметьте, что там нет никаких узлов и она никак не пересекается. Итак, вот здесь вот я дошла до первого перехода цветов. От темно-синего получается переход в светло-синий цвет, очень-очень красивый переход, и структура этой пряжи сама на себе, по себе на ощупь очень приятная. Здесь вот переход этих цветов, и здесь очень-очень хорошо можно увидеть, что из себя представляет нить и как будет шарфик выглядеть потом. Так, вот здесь вот такой вот переходик у нас. Снова набираю 3 петельки. Вот, и я уже попала в совершенно новый такой цвет, начинает совершенно новый вот этот цвет, как я и сказала, перекрашивается, так сказать, постепенно. Здесь еще в нити такие прикольные вот эти вот вкрапинки внутри, мне кажется, они очень идеальные. Ну и, в принципе, переход цветов тоже очень удачен в этой пряже. Мне кажется, вот этот цвет реально очень красивый, такой грязный, пыльная роза, грязная роза, как его называют. И я, кстати, заметила, что это на самом деле не радужный, не радуга узора. Здесь был бы другой узор. Здесь бы был тогда голубой, синий, зеленый, желтый, оранжевый. Нет, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Вот. А здесь вот лиловый такой тон. Поэтому еще плюс крапинки, поэтому это не классическая радуга, но все равно очень похожий такой узор. Итак, вот здесь вот серединочка. Ну, я думаю, что я буду вязать сейчас до конца тем же самым способом и вам показывать маленькие апдейты, и встретимся уже в конце. Итак, у меня осталось совсем немного пряжи зеленого цвета, видите, я уже дошла до конца, теперь я делаю следующее. Я провяжу в конце шарфика окончательный ряд, и этот окончательный последний ряд я продублирую первый, то есть это будет такой же, как первый ряд, только немножко меньше в нем будет петель. Я буду делать перепрыгивание через петельки, а именно там у меня было больше, здесь я делаю следующее, я провязываю 2, и потом внутри провязываю соединительную петельку, потом снова 2, и снова соединительная петелька, потом снова 2 воздушные петельки, и то есть я провязываю 2 воздушные петельки вместо 3, таким образом будет этот ряд намного уже, чем первый ряд, и в целом, как бы я сказала, это прибавит немножко объема нашего шарфика внизу, а наверху он будет немножко уже, будет красиво. Ну и здесь, вы видите, я довязала до того места, откуда я начинала. И здесь видно очень-очень хорошо разницу. Здесь намного уже вот этот ряд по сравнению с нижней частью шарфа. И намного меньшие такие изгибики и меньше цепочки. Здесь я, в принципе, весь этот ряд обвязала. Он немного остался у меня пряжи, парочку сантиметров всего. И теперь я возьму и просто вытащу вот так вот из этой петельки нить полностью. И далее теперь мне нужно будет красиво закрыть этот ряд.
Для этого я ставлю вот в эту петельку крючок по 2 галочки и протяну вот здесь вот аккуратненько вот так вот нить. Протяну я ее на другую сторону. Здесь вручную я возьму, вставлю крючок между галочками и вот так вот подхвачу вот эту нить и вот так вот вытащу. Это такая оптическая техника, трюк, чтобы ровно смотрелся этот ряд, чтобы рисунок совпадал абсолютно везде. Эту нить нужно будет потом заправить, так же как и начальную нить, которая у меня здесь. Ну и таким образом шарфик у нас полностью готов. Сейчас вам покажу еще раз вам. Очень красивый и замечательный переход цветов, очень-очень классные вот эти вкрапления здесь. Если шарфик вот так вот сложить, он очень-очень толстый, очень объемный такой и определенно очень теплый. Моей руке не видно под шарфиком, поэтому он не пропускает ветер, воздух, очень уютный и очень теплый. Идеально эта пряжа подходит для десятых спиц и крючков, замечательный объем получается и очень-очень простой способ связать шарф. Соединительные столбики, воздушные петли, больше ничего не нужно, невероятно быстрый способ. Я бы сказала, вам понадобится не больше часа, чтобы связать этот шарф. Шарф за час. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, вы получили удовольствие. Если это так, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите внизу кнопку подписаться, чтобы не пропустить мои новые выпуски в будущем. Активируйте маленький колокольчик. Ну и тогда мы обязательно с вами увидимся на DIY. Идеи для творчества. Пока-пока, дорогие друзья. Пишите свои идеи в комментариях.